Всем большой привет, девчонки. Как дела? Как настроение у вас? Что у вас новенькое? Чем занимаетесь? Заготовки все сделали? Я еще не все сделала. У меня капуста еще не до конца переработана. Мешок целый взяла капусту. Теперь, в общем, утром, обед, вечером кушаем капусту, как говорится, блин, да? Ну, этот, посолила, хорошо, два салата я делала, салаты тоже ушли у нас хорошо, тушеная капуста тоже хорошо пошла, и этот, солила в банке, в банку, одну банку я посолила, короче, тоже хорошо пошла. Сегодня хочу сделать пирог с капустой. Давно не пекла, просто и времени не было, и, ну, когда жарко, какой там печь, да, не до этого. Когда уже холодно, уже хочется чего-то такого вкусненького, горяченького покушать. Вот сегодня буду печь такие пироги, такой пирог. А может, пироги сделаю, пирожки, не знаю. В общем, как получится, посмотрим. Сейчас я сделаю тесто, поставлю и буду делать капусту, тушить. Так, девчонки, мне нужно муку взвесить. Так, на ноль ставлю. Полкилограмма, 500 грамм муки надо. Так, и сразу просеиваю ее. Так, кусочки. Чуть-чуть не хватило. Так, 500, 505. Ну ничего, пусть запасом. Вот 500 грамм муки. Так, сюда еще потребуется мне пакетик вот таких дрожжей. Так. Так, девочки, наливаю молоко. Молоко теплое, подогрело в микроволновке. Смотрите, чтобы горячее не было. Стакан молока. Пакетик дрожжей. Такой пакетик у меня сколько здесь? 11 грамм. А, 2 столовые ложки сахара без верха. Все это размешиваю и оставляю немножко, чтобы дрожжи немножечко ожили. Так, девчонки, насыпаю 1 столовую ложку, 1 чайную ложку соли. Дрожжи поднялись у меня уже. Так, растительное масло 6 столовых ложек. И разбиваю сюда 1 яйцо. Все это размешиваю. И постепенно буду вводить муку. Хорошо размешивать надо. Мука все 500 грамм сюда уйдет. Может быть, чуть-чуть. Ну, грамм 50, может быть, больше. Но я обычно 500 взвешиваю и потом смотрю. Это тесто, которое я сейчас делаю. Я с него и пиццу делаю, и сосиски в тесте делаю, и пирожки делаю. Только то, что в духовке пеку. Разницы нету, в какую сторону закручу. А раньше я сейчас закрутила, вспомнила. В одну сторону крутанула, в другую сторону крутанула. Тесто какое-то. Рецепт писали мы. У всех, наверное, да, тетрадки есть. Наверняка сохранились. Есть такие рецепты, что мешать надо в одну сторону. Не знаю, девчонки. Ну, в разные стороны мешаю, и так получается. Так.
Теперь мне уже ложка неудобно будет, я буду рукой замешивать. Вся эта мука вся уйдет. Так, мне неудобно, сейчас сделаю, покажу вам. Так, девочки, смотрите, все, вся мука подобралась. Теперь мне нужно хорошо вымесить. Вымесить, ну, минут 5 точно месить надо. Лишнюю муку больше не добавила. Как есть, вот эти 500, 505, да, мне сказала? 505 сюда вошло. Вот видите, оно, но вроде и липнет, вроде не липнет, да, вот смотрите. Хорошо вымесить надо. Вымешиваю, потом положу сюда же и уберу в теплое место, поскольку здесь мне холодно. А когда не холодно было летом, весной, летом, я не успею что-то сделать. Тесто у меня прям поднималось быстро так. Ой. Так, девочки, смотрите, все, я вымесила тесто. 5 минут прошло. Все, теперь я укладываю сюда же и накрываю. Хотела сказать крышкой, крышку не найду. Крышка специально есть от этого, ну, этот пакет накрываю просто. Все, и ставлю печку. Ваня печку затопил, а туда на возле печки ставлю, чтобы тесто поднялось у меня. Один раз поднимется, я второй раз еще его подобью. Девчонки, тесто подошло у меня. Так. И что мне делать теперь? Чуть-чуть муки. Вываливаю тесто. Так. Как мне быть? То ли пирог делать, то ли пирожки делать. Наверное, пирожки сделаю. Так. Делю. Примерно на одинаковые кусочки. Я, знаете, как говорю, вот так вот захватываю пальцами 4 пальца и отрезаю. Стараюсь ровно, чтобы это было примерно одинаково, да? Вот куда-то уйдет. Что у меня получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, так и получается. 11, 12, когда 10. Так, сейчас этот кусочек распределю по всем. Так, сюда, наверное. Теперь каждый кусочек подкатываю. Подкатаю и пленочкой накрою пока. У меня эта начинка уже остыла. Теперь я, наверное, ну так и буду со сковородки брать. Просто немножечко наклоню ее, чтобы сок от капусты не попадал, ну, чтобы они внутри там не были сильно мокрые. Ну, так, чуть-чуть, чтобы просто стекла.
Так, пакетиком накрою. Чтобы они не подсыхали, не обветривались, вернее. Так. Так, капусту режу, и масло растительное, в общем, я сразу налила, да, и капусту желательно брать, чтобы беленькая она была. Я и на солку сюда беру, чтобы белая капуста была. Нарезаем. Половина вилка мне хватит. Три луковицы. Я просто лук люблю. Три луковицы ложу тоже. И морковка, половинка морковки хватит. Кстати говоря, за морковку. Помните, да, я видео снимала, когда мы ездили на базар. Там мы выбирали, я еще спрашивала, морковка какая у вас? Сказали, волгоградская морковка. Ну, не понравилась мне волгоградская морковка. Вот она какая-то вся, посмотрите, везде ее нужно выковыривать. Вот какие-то вот эти, я не знаю, глазки, не глазки, что это такое? От чего это бывает так? Мы раньше всегда брали дагестанскую морковку. У нас здесь ценится дагестанская морковка. Не знаю почему. Дагестанцы, ребята, вы почему не выращиваете морковку, не привозите нам? Так. В общем. Тушить буду на медленном огне. Ну, чтобы, ну, чтобы она не подгорела, не подгоревшая была. Мои любят, чтобы этот, капуста свежая была. Я люблю, чтобы соленая капуста была. В смысле, вот эту соленую, значит, солим. Потом промываем ее хорошо под водой. И жарим. Точно так же, как и это самое, и свежую капусту. Ну, сын любит, чтобы была свежая капуста. Ваня тоже любит так. В общем, как сделаю, так и покушаю. Не откажутся. Сегодня я снимала... Короче, они уехали мне на рыбалку. Сегодня я снимала... Немножко начала снимать. Рыбу привезли. Ваня ездил, на рыбалку привез рыбу. В четверг, рыбный день. Давай рыбу будешь снимать? Я посмотрела... Начала снимать ролик, да, записывать там, посмотрела, рыба, ну, маленькая она, я говорю, откуда вы это самое взяли ее, короче, водоем там, да, где они ловили, вода убывает, и она опять будет, пропадет, помните, в тот раз тоже ездили на рыбалку, я не знаю, что с водой делается, закрывают, открывают. Я обратила внимание, что рыба, эта рыба была усач, называется. Усач или не усач, ну, короче, сказали, что усач. Она пищала. Я никогда не слышала, обычно, как говорят, да, рыба молчит, как рыба. А эта рыба пищала. Ну, я еще быстрее давай залезла в интернет посмотреть. Думаю, что ж там такое за рыба. Ну, посмотрела и начала читать отзывы. Оказывается, эта рыба... У нее, в общем, икра и голова. Опасно кушать, потому что там скапливается эта синильная кислота. Можно отравиться от нее. Я в ужасе. Я говорю, вы что наделали? Зачем она нужна? Не знаю, мы тут хорошо помоем. Я сказала, близко мне не нужна ваша рыба. Уходите, убирайте ее куда хотите. Ваня говорит, я чего отлазился? Я говорю, ты что хочешь, потравиться? Отравиться, что ли, хочешь? Смеется. В общем, внутренности хорошо почистили. Ну, не знаю, я боюсь. Вы как считаете? Рыба-усач. Почему она такая? Ну, опасно, опасно. Я боюсь, я не хочу, чтобы, не дай бог, чтобы не отравились. Вот усач. Кто сталкивался, девчонки? Расскажите, пожалуйста. Готовили вы, не готовили рыбу? Оказывается, есть еще ядовитые рыбы в наших водоемах.
Ну все, хватит про капусточки. Так, морковку. Морковку я люблю, чтобы была нарезана, а не натерта. Я и салат тоже люблю, чтобы была нарезана морковка. И борщ тоже варю, тоже режу морковку, не натираю. Не знаю, мне как-то так больше нравится. Может, потому что мама делала так, поэтому и я так делаю. Ну, вообще мне вот так нравится больше. Либо на корейской терке натираю, либо так. Ну, тут немножко. В капусту сюда побольше лук уложу. И тогда сочно, вкусно получается. Когда капуста хорошая, да, тогда и все хорошее, как говорится. И борщ хороший бывает, и пироги хорошие. Главное, чтобы капуста был вкусный. Вкусный вкус. Морковка тоже хорошая. Но все равно мне не нравится. Сладкое, но все. Ну не то. Пироги начнешь делать, больше возьми. А съесть их 5 секунд и нету, как говорится. Не в том смысле, что 5 секунд. Ну, быстро съедаются. Мы любим пироги. Я чаще делаю в духовке. Либо на этом. Ну, на сухой сковородке, если я делаю пироги, я имею в виду эти, ну, нацменские пироги. Хачуны. Вот это делаю наверху пока. Вот это на сухой сковородке. Жарить я. Жарю. Раньше жарила. Так, и лук. Лук просто вот так нарезаю все. Не кубик, а вот так вот полукольцами. Или как? Полукольцами это считаться будет, да? Лук взяли. Вот я сейчас решил сюда порезать. Знаете, девчонки, получилось так. Сколько я? 3 луковицы выкинула. Внутри почему-то гнилой он. Кусеткой брали, мы выбирали каждую луковицу, будешь выбирать. Почему-то. Почему-то внутри вот здесь это гнилое. Так, высыпаю сюда. Солю по вкусу. Я не могу сказать, сколько я... Ну, вот так вот взяла. Ну, наверное, столовая ложка. Вот. Все, это как-то на глаз уже. Можно немножко перчика положить. По желанию. Чуть-чуть буквально. Так, накрываем это все крышкой. Крышка не от этой кастрюли, но ничего страшного. Так, и сюда ставлю на газ. Так, спички где? Газ уже скоро закончится. Это мучение, когда газ заканчивается. У меня все сковородки. Ну, сковородки, не сковородки, а эти кастрюли. Сковородки-то они так черные там снизу. Сейчас немножко начнет. Так. Ну, сейчас теперь тестом займусь. Девочки, вот так вот я наклонила сковородку, чтобы просто сок стек. А сейчас буду раскатывать
кругляшки эти и буду выпекать. Так, теперь берем немножечко муки, раскатываем. Так, и столовую ложку беру и накладываю начинку посередочке, защипляю. Защипляю так, как вареники делаю. Представляете, такой большой вареник, да? Так, и чтобы они не раскрылись, я беру и вот так вот, как вареники защипываем, мы так делаю. И этот шов у меня бывает внизу. Я как-то делала, что они сверху, да, но некоторые получаются хорошо, а некоторые разрываются, ну, тогда не очень красиво. А так вот, такой пирожочек. Укладываю в форму, смазанную растительным маслом. Бумага пергаментная, я все равно смазываю. Однажды у меня было так, что поприлипали. Бумага такая ненадежная была. Это вроде хорошая бумага, но я так, на всякий случай. Так. Потом яйцом собью, помажу. И посыпать, у меня кунжут есть. Можно без кунжута, но нравится с кунжутом. Я делаю с кунжутом. Выпекаю в духовке вверх-вниз на среднем уровне. Температура 190-200. Но я вот не знаю, у меня новая печка, как-то я еще к ней не приловчилась. Газовая печка у меня. Новая печка газовая. Один раз попользовалась. Она под природный газ. Короче, мне все закоптило там. Я сказала, нет, я лучше буду электрической пользоваться. Так. Особенно вот когда газ заканчивается, я уже говорила, по мучении. Начинает тогда. И чайник весь бывает закопченный. Это ужас какой-то. Так. Духовка у меня уже включена. Включи сенсор. Я работаю. Сзади сам включи, Руслан. Ждут, приехали, скажут, мам никак не спечет пирожков. Так. Сейчас покушают. Девчонки, помните, я вам говорила, сейчас закончится. У меня молоко, коровы прекратят доиться. Сразу оба начинают пить молоко. Оба. Когда было, не пили, а теперь им давай обоим молоко. Руслан-то он молочный парень мне. Ну и Ваня тоже молочный. Они там тоже в деревне жили. Корову держали, всегда молоко у них было. Так. Одна столовая ложка этого достаточно вот на эту. Много ложить тоже нельзя, потому что ну, разорвется, тогда вытечет. Так. Как большой вареник, короче, закрепляю. Кто-то любит маленькие пирожки делает.
Я так, чтобы поел и сыт был. Но тесто это очень хорошее. Девчонки, попробуйте. Не пожалеете. Я люблю, когда начинка, да, вот, например, пироги, когда печешь, начинка, она располагается в середине. И сверху, и снизу, в общем, тесто. А некоторые любят, чтобы побольше было начинки. Побольше положишь, я имею в виду за другие пироги, побольше положишь, получается, что нижний пласт, вот если большие пироги печем, нижний пласт, он тонкий получается, а верхний высокий. А эти, получается, и верх, и низ одинаково. Ровно посередке получается начиночка. Так, в общем, все мне поместятся в один противень. Чтоб не слипались они. Я не люблю, когда пирожок должен быть отдельный пирожок. А так, когда раз быстро-быстро надо, получается, они друг дружкой и цепляются. Я не люблю так. Я люблю, чтобы они отдельно были. Отдельно каждый пирожок, чтобы был. Так. Вот, 4 штуки придется другую сковородку доставать. Там сделать. Ничего. И ничего. Так. Начинка у меня останется. Начинка очень вкусная. Тушеная капуста получается. Вот почему-то Руслан не любит, да, чтобы... Когда соленую я пережариваю. Вот такой не любит начинку. Любит такая, чтобы со свежей было. Какой любит, такой делаю. Хотя мы раньше всегда делали дома, да, вот с мамой. Царство небесное. Мы со свежей никогда не делали. Всегда вкусная была с жареной капустой. С соленой жареной капустой. Так, это я так сделала. Теперь я, значит, пакетиком накрою тоже. Тут стоят. Поднимается. Я пока яйцо разобью. Кунжут приготовлю. Так, девочки. Пирожки мои подошли. Яйцо я взбила. Так, теперь смотрите. У меня есть вот такая вот силиконовая. Но, елки-палки, она мне не нравится. Все брызгается в разные стороны. Мы всегда, давным-давно еще, сначала пользовались перьями, да? Индюшиное перо, либо гусиное, либо утиное. Перья брали и этот, кисточку делали. Но потом начали вот такими пользоваться. Я не знаю, что на силиконовые перешли. Мне вот это больше нравится. Вот она не разбрызгивает, не размахивается нигде ничего. Хорошо ей, очень удобно даже мазать этой кисточкой. Она, конечно, строительная, но ну ничего. Посмотрите, вы же видите, что она не разбрызгивается. А этой, когда мажешь силиконовой, по всему этому будет разбрызгана. Противню. Так. Духовка моя уже нагрелась. Сейчас я быстренько тебе помажу. И поставлю выпекать. Одно яйцо просто взбила и все. Ничего не добавляла туда. Так, вроде все промазала. Так, и кунжутом посыпаю. У меня белый кунжут. Есть черный, но у меня нету черного, у меня только белый. Еще раз повторяю, да, у нас духовка включена у каждого. Что-то я мало поставила, что ли, время.
У каждого своя эта самая температура, смотрите. Все, это я ставлю в духовку теперь. Девочки, пирожки наши готовы. Готовьте, пробуйте, это несложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. А еще спасибо, что смотрите рекламу и не пропускаете. Подписывайтесь, девчонки. Комментируйте видео. Приятного аппетита и пока-пока!